этой инструкции мы продемонстрируем весь процесс покупки BULL-токена на бирже BingX. От регистрации до покупки. Шаг 1. Регистрация на бирже. Зайдите на сайт bingx.com. Нажмите в правом верхнем углу «Войти, зарегистрироваться». Введите адрес электронной почты или мобильного телефона на выбор и придумайте пароль, оптимально 8 символов. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». На вашу почту придет код подтверждения. Введите его на следующем экране и нажмите «Зарегистрироваться». Шаг 2. Верификация. Далее биржа предложит вам пройти верификацию. Нажмите на кнопку «Пройти верификацию». Для нашей цели достаточно базовой верификации. Выберите данную опцию, нажав на кнопку «Верификация». Введите необходимые данные и нажмите «Готово». После этого вы увидите сообщение, что верификация пройдена успешно. Шаг 3. Пополнение биржевого баланса. Теперь нам нужно будет пополнить баланс биржи. В нашем примере мы будем пополнять баланс токеном USDT TRC20. Войдите в свой аккаунт BingX, на главной странице нажмите «Активы» и перейдите в раздел «Депозит». Выберите монету для депозита, например, USDT. Выберите сеть для депозита, например, TRC20. Нажмите кнопку «Получить адрес USDT TRC20». Скопируйте адрес для депозита. После этого перейдите на другую биржу или кошелек, откуда собираетесь перевести USDT, перейдите в раздел «Вывод активов» и вставьте в строку «Адрес» скопированный адрес депозита BingX. Зачисленную транзакцию вы увидите в истории транзакций на странице депозита. Шаг 4. Покупка BULL-токена. Для покупки BULL-токена перейдите в раздел «Спот» в верхнем меню. Чтобы найти нужную вам пару, нажмите на валютную пару слева и в открывшейся строке поиска введите «Bull». Загрузится пара BULL-USDT. Нажмите на нее. Вы можете купить «Bull» по рыночной, то есть по текущей цене, либо установить лимитный ордер на желаемую цену. Чтобы купить «Bull» по текущей цене, выберите «Market», чтобы по лимитной – «Лимит». Также можно установить стоп-лимитный ордер, который позволяет вам одновременно установить стоп-цену и лимитную цену, чтобы контролировать стоимость исполнения вашей сделки. Выберите желаемый тип ордера. Выберите цену, за которую хотите купить «Bull» в случае лимитного ордера, количество токенов, которые хотите приобрести, и нажмите на кнопку «Купить Bull». Откроется окно, в котором вам нужно подтвердить ордер, нажав на кнопку «Подтвердить». Готово. Вы приобрели Bull на бирже BingX. Точное количество токенов Bull на вашем аккаунте вы можете увидеть в разделе «Активы» – «Счет фонда». Шаг 5. Вывод Bull. Теперь давайте переведем токены на кошелек Smart Wallet. Выберите «Активы» – «Вывод». Перед выводом токенов биржа попросит вас подключить дополнительные способы верификации. Google аутентификатор, email или телефон, в зависимости от того, что вы указали при регистрации. Итак, начнем с подключения Google аутентификатор. Нажмите на кнопку «Включить». Скачайте программу на ваш смартфон, используя QR-коды для скачивания, показанные на экране, и нажмите на кнопку «Далее». Скопируйте ключ, который вы увидите на следующем экране. Откройте программу на телефоне. Нажмите на иконку с плюсом в правом нижнем углу экрана. Выберите опцию «Ввести ключ настройки». Введите название биржи в графу «Название аккаунта» и ключ в графу «Введите ключ» и нажмите на кнопку «Добавить». Теперь вернитесь на биржу и нажмите «Далее». Запросите код на электронную почту, нажав на кнопку «Получить код». Введите полученный код. В графе ниже введите код из приложения Google Аутентификатор и нажмите на кнопку «Подтвердить». Готово! Вы обезопасили свой аккаунт, подключив двухфакторную аутентификацию. Теперь вернитесь в «Активы». Вывод. Для отправки токенов с биржи вам понадобится скопировать адрес своего кошелька. Для этого откройте приложение Smart Wallet и нажмите на карточку «Bull». Вы увидите адрес своего кошелька,
который можно скопировать, нажав на символ копирования. Вернитесь на биржу. Выберите токен, введите адрес и подтвердите вывод, нажав на кнопку «Вывести». Проверьте кошелек и подтвердите вывод, нажав на кнопку «Подтвердить» в открывшемся окне. Запросите код на e-mail и введите код двухфакторной аутентификации и нажмите «Подтвердить». Готово! Ваша заявка на вывод была подана. Вы можете сохранить адрес для будущих действий, нажав на кнопку «Сохранить адрес». Как только транзакция будет обработана, вы получите токены на свой кошелек. Обратите внимание, что биржа взимает комиссию за транзакции. Итак, мы прошли с вами весь путь от регистрации на бирже до покупки и вывода токена Bull. Надеемся, что после изучения этой инструкции у вас не останется вопросов по процессу. А если вопросы все-таки будут, вы всегда можете отправить их в нашу службу поддержки.